Говорят, что человек проводит во сне 30% жизни, остальные 70% мечтает выспаться. Это, наверное, про меня, потому что я сплю очень мало. А еще говорят, никогда не стой, если можешь сесть. Никогда не сиди, если можешь лечь. Никогда не бодрствуй, если можешь поспать. По этому поводу я присяду. А вот герою театра Мими Ричи никак не удается уснуть.